Доброе утро. Доброе. Прошу. Спасибо. Честно говоря, здравствуйте. Честно говоря, здравствуйте. Здравствуйте. Честно говоря, здравствуйте. Честно говоря, здравствуйте. Честно говоря, меня удивил ваш звонок. Я думал, вы работаете с Савронским. А кто это? Политехнолог Саенко, Ващука, Брагина. Вы помните таких кандидатов? Нет. Потому что с ними работал Савронский. Не агитировать его тактика. Понятно. Это мое решение. И оно провальное. И ваше пятое место тому подтверждение. Четвертое. Пятое. А к вечеру будет седьмое. Это выборы. Народу нужен свет в конце тоннеля. Мы готовы. Что нужно делать? Ну, во-первых, не отчаиваться. У нас впереди месяц. А за месяц я могу сделать президентом Чупакабру. Во-вторых, нужна активная кампания. Мы должны заставить народ забыть ваши неудачи, а ваши победы преподнести как аперитив. Будем бить во все сегменты. Телевидение, радио, YouTube, наружка. Но для этого нужны деньги. У нас есть. 25. 25 хорошо. Но нужно 50 миллионов. Нет, у нас 25 тысяч. Тысяч? Долларов. Это, конечно, меняет дело. Просто нужно вспомнить, кто с таким бюджетом побеждал. Кто же побеждал? Побеждал. Побежал. Я побежал. Без обид. Будет хотя бы 1 000 000. Звоните.